Проверяли документы, задержали машину должника. Когда полиция стала проверять автомобиль по базе данных, выяснилось, что владелец авто задолжал в казну государства почти 200 тысяч рублей. Автомобиль вам принадлежит? Да, мне дали, просто водить автомобиль. То есть автомобиль принадлежит не вам? Нет. Вы знали, что на автомобиль наложено ограничение? Какие ограничения? Ну, то есть не знали, да? За рулем легковушки, видимо, друг должника. В одно мгновение он стал пешеходом, ведь машину пришлось арестовать. Оказалось, хозяин легковушки не платил штрафы ГАИ и накопил административных протоколов на 170 тысяч рублей. Да, на данное транспортное средство будет наложен арест, вследствие чего мерами судебными приставами машина будет арестована и повышена охраняемую стоянку до уплаты всех штрафов. Сотрудники правоохранительных органов нашли почти 2000 таких неплательщиков и уже взыскано более 7 миллионов рублей. 47 тысяч заплатил, сейчас... Сколько заплатили? 47 тысяч. А как вы их накопили-то 47 тысяч? Нарушения. Нарушения были? Это за какой период у вас столько штрафов? Не знаю, там, 15-го года, наверное, 16-го, не знаю точно. Служители закона произвели 64 ареста имущества граждан, в том числе 35 транспортных средств.